Какие огромные лисички. Ох, вот это удачка. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня прогуляемся по леску и посмотрим, насколько много выросло лисичек после последнего раза, когда мы посещали этот лес. Ну а перед прогулочкой, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и если попадется что-то еще, вы все увидите в видео. Ну и перед входом в лес, друзья, до сих пор еще цветет шикарный куст жасмина. Хотя он уже осыпается, но еще немного цвета осталось. Что, друзья, вот они наши первые лисички в сегодняшней прогулке. Вот одна. И вот еще одна красотка. Так что урожай, значит, будет. И что я хочу вам заметить, они же молодые и красивые. Поэтому будем собирать. Теперь заберем еще вот эту. Красота. Первых два грибочка найдено. Ну а теперь, естественно, продолжаем дальше нашу прогулочку. Естественно, нам нужно найти какую-нибудь более-менее интересную полянку. Но самое главное, что они продолжают расти. Так, друзья, смотрите, какой интересный гриб. Красный-красный такой. Да, я таких еще даже не встречал никогда. Так, ну что, друзья, иду такой и смотрю. А здесь вроде бы и спрятались лисички в кустах прямо. Сейчас мы к ним и подбираемся. Я, кстати, ходил в тот раз по этим же местам. И их здесь не было. Это, то есть, выросли снова свежие грибочки, друзья. Вот они. А вот еще один крупненький. А вот еще такие более помельче, но они тоже очень хороший размерчик. О, какая красота. А какие они вкусные. Кстати, перед готовкой их желательно хорошенько вымочить. Но не с той целью, что они там какие-то на вкус или что. Потому что у них вот в этих вот порах застревает немного песок. И чтобы на зубах не трещало, минуток 20 можно вымочить, потом помыть и уже потом приготовить. А то будет не очень приятно, когда такие хорошие грибы, а на зубах трещит грязь. Поэтому имейте в виду, не надо его там сильно намывать. Просто минуток на 20 положить в водичку эти грибочки. И будет просто идеально. У нас, кстати, с утра был очень сильный дождь. Еще есть одна находочка. А это у нас уже, друзья, боровичок. И сейчас мы с вами посмотрим, из молодых он или нет. Обрежем все лишнее. И убедимся в том, что он хороший, идеальный, друзья. Это значит, что это вырос уже новый боровичок. Получается уже какой урожай, третий или какой, я сбился со счета. Получается, после каждого дождя вырастают грибочки. Новые, а старые, естественно, уже попропадали. Так, друзья, здесь такая интересная балочка, дорога, я иду. И, естественно, их все практически видно, если они попадаются здесь в лесу. Я еще нашел небольшую грядочку лисичек. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая красота. Так, вот он один. Как он. И вот еще несколько штучек. Но вы поняли, да, что это все растут молодые. Идеальный размерчик. Так что можно еще здесь покружить, поискать. Я думаю, что что-нибудь интересненькое я сегодня понахожу. Ну, а теперь приступим к сбору наших грибочков. А, какая красота. Молодничок. Давайте-ка теперь вот эти посрезаем. И посмотрим уже,
Что у нас тут будет интересного еще? Сука, уже в ведре. Уже в ведре начало что-то появляться. Сейчас мы их чуть-чуть подчистим. Ну и в ведре, естественно, уже попадаются грибочки. А вот, друзья, посмотрите, какой я нашел лесу. Нога толстенная. Капец. Просто красавчик. Вот такие вот здесь у нас и попадаются лисички. Вот в таком вот шикарнейшем лесу. А как птички поют. Обалденно. Лучший отдых — это, конечно же, прогулка за грибами. Ну и, конечно же, во время прогулки можно повстречать на солнечных полянах прекрасную и вкусную созревшую землянику. И сейчас ее довольно-таки много в лесу. А это, друзья, малина уже поспевает у меня в огороде. Думаю, тоже вам покажу, насколько красивые у меня кустики. Ну и, конечно же, покажу, какой у меня с этого получается урожай время от времени. А какая она вкусная, свежая, прямо с куста, без всяких химикатов, ничем не обработанная, прямо натурпродукт. Так, друзья, нашел какие-то грибочки. Сейчас приближаюсь для того, чтобы посмотреть, что это такое. Ничего себе, друзья, посмотрите, это же какие огромные лисички. Ох, вот это... Удачка. А как он? Маленький и вот большие. Сейчас мы их срежем. Кстати, вы обратили внимание, что у меня, где я собираю лисички, они в основном прячутся где-то под деревьями, в кустиках. Такие, что на виду они особо не растут. Так, давайте-ка начнем. Помельче срежем. О, хорош. С собой. Так, а теперь сейчас мы... О, слышите? С одного корня, друзья, сразу три шикарнейших лисички. Ох, какая она. Так вы посмотрите края, она не засохшая, она именно молодая растет. Вот еще помельче. И вот еще один крупнячок, а. Ох, какая. Хорошая, хорошая, друзья. Так, ну и еще маленькие тоже забираем с собой. Так, и еще одна. Во. Так, давайте заглянем теперь в ведро. В ведре уже что-то появляется. Конечно же, когда крупная лисичка попадается, и ведро быстрее заполняется. Ну что, друзья, хотел вам показать из прошлого урожая, когда я собирал лисички. Естественно, у меня времени не было показать, как я это все закатывал. Но грибочки уже замаринованы и смотрятся просто потрясающе. В баночке они просто дают свой прекрасный цвет. Так, друзья, нашел я целую грядочку еще грибочков. Только посмотрите, какие они... Красавчики. Они, кстати, при срезе синеют. Сейчас мы их все посрезаем. А, вот такие вот здесь, друзья, красавчики. Так, друзья, я их ранее, конечно же, встречал, но они у нас были червивые. Многие его путают с подберезовиком, ну а на самом деле это гриб-грабовик, из-за того, что он растет под деревом граб. Теперь проверим эти. Ну это молодой урожай у нас идет, друзья. Вы представляете, молодые такие черви, это что ж такое? Опа, хорош с собой. Хороший. Его мы ложим в ведерко. И остальные тоже мы сейчас пособираем и проверим. Кстати, когда они почернеют, я вам чуть позже покажу, какие они становятся. Так, вот, хорош с собой. А ножка, конечно же, уже начала червивиться. Так, давайте еще посмотрим, где они у нас. Здесь прям такая хорошая грядочка. Сейчас мы их все вот так вот пособираем в кучку. Потом посмотрим, какие хорошие, а какие нет. Так.
А теперь посмотрим. Ну, этот уже точно нет. Этот, возможно. Этот точно подходит нам. Хорошенький. Ну, этот маленький, наверное, тоже хороший. Тоже хороший. Так что пошли, можно сказать, вторым урожаем. Но большие попадаются, они уже старые и негодные. А это именно молодничок пошел после прошлого дождя. А после сегодняшнего дождя еще будет больше грибов. Так, друзья, здесь их целая полянка. Я именно нашел их вот здесь, в этом райончике. У меня попадаются они там один, здесь один, вот еще один. Это уже такой более крупный. Ну и, к сожалению, он нам не пригодится. Ну, сам факт того, что они здесь пошли молоденькие. Их здесь можно сейчас походить и поискать. Возможно, даже я их найду побольше. Так, вот, друзья, посмотрите, какие они маленькие. Они только начинают расти. Вот. Очень похож, кстати, на маленький боровичок. И он хороший. Вот еще один малыш. Ребята, здесь их довольно-таки много попадается. Возможно, через денек-другой здесь будет прямо вся поляна в этих грибах. Вот, друзья, снова грибочечки. Ах, какие они красавчики. Еще парочка в ведро, друзья. Так что грибы идут на полный ход. Очень много я, которые не знаю, и такое я, естественно, не беру. Вы же знаете. И вам не рекомендую брать то, что вы не знаете. И снова к нам пришел грибочек спрятанный. Друзья, я именно здесь, на этом месте, в прошлый раз резал. Вот они, пенечки от прошлого раза. Так, этот мы заберем. Он уже чуть-чуть подвырос. Но здесь прямо, вот смотрите-ка. А? Красота. Еще несколько подвыросло. Так, что-то он отвалился. Ой, какой он молоденький, а? Суперский просто. Ой, друзья, как я люблю собирать грибы, вы даже не представляете. Вот он, еще один. Так что в этих окрестностях грибочки у нас растут. Я, естественно, собираю в Пионерском. Но вот этот весь лес, который меня сейчас окружает, по нему можно попасть. Такое село в Симферопольском районе, как Константиновка. А еще можно дойти до Краснолесья. То есть это все один огромнейший лес. И если кто знает места лисичек, например, в Краснолесье или где-нибудь в окрестностях Константиновки, то, естественно, надо это все проверять, потому что это все один лес. Естественно, там тоже будут грибы. А грибы вы сами видели, какие я уже сегодня насобирал. Так, друзья, гляньте, какой просто громадный попался гриб. А снизу там еще и деточка есть. Ну, естественно, я его рвать не буду, он мягковатый. А вот там малепусенький. Я его сейчас заберу, наверное. Этот пусть для красоты. Если будут грибники проходить, то хоть пусть глаз радуется, что грибы попадаются. А вот этот, естественно, я хочу проверить. А он хороший. Хм. Удачка. Все, что хорошее, все в ведро. Еще нашел грядочку лисичек. Сейчас я вам их покажу. Вы посмотрите, какая тут толстенная нога. Просто красавчик какой-то. Так, помимо него еще более-менее маленький. И вот грядочка уже, наконец-таки, я нашел таких более-менее стареньких лисичек. Но они все равно еще хорошие. Они не такие старые, как я рассчитывал. Хотел вам показать, когда у них края засохшие, что они все равно еще хорошие. Ну, эти просто идеальные, друзья, грибочки.
мне попались. Сейчас я это все пособираю. В ведре все добавляется по чуть-чуть. И пойдем дальше посмотрим. Так, ну что, друзья, результат у нас сегодня вот такой. Пол ведерка грибов я насобирал. Ну, в основном, естественно, лисички. И что мне понравилось, что попадались крупные. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась легенькая прогулочка за грибами. Надеюсь, видео вам понравилось. Но об этом я, конечно же, могу узнать только из ваших комментариев. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. Друзья, всем вам полных корзин и мирного неба над головой. И до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!